Привет, русский. А вы? Русский? Я литовец. А, литовец. Не повезло? Это тебе не повезло. Мне почему не повезло? Самая большая страна свинособакой, в мире. Свинособакой путинской быть сейчас никому. Бегут русские. Куда? Где? Куда? Куда? Да, блин, любую страну. В Бали был, там да. Вообще через русских нельзя пройти. Настолько русских понаехало. В Эмиратах полностью русская речь во всех улицах. Бежали с путинского режима. Только русские песня. Везде. Потому что русские везде. Русские везде. Русские в жопе. С золотыми мозгами и золотыми руками все уехали. Остались в России с золотыми зубами. И то не всеми. Все здесь. Все здесь. Так что все здесь. Да, да, да. Все путинские остались, да, в России. А как мы в космос тогда летаем? Вы не летаете. Вот как раз вчера отменили старт. Ну, и на союзах, блядь, который Королёв вам в 58-м году построил, на этих еще летаете, а своего нихуя нету, блядь. А это чье? Да. А Королёв чей? Да. А Королёв это советское, чей? А не русское. Это российское. Так что... РСФСР, да. Знаете, что советское. Такое? Не путай их, блядь, ну, пальцем, РСФСР, знаете, что такое РСФСР? Да, РСФСР. Не РСФСР. В Казахстане стоял Байконур. Это не стоял. В РСФСР, блядь. Стоял. А да, стоит, стоит, и там загоняйте. Как раз вот с Байконура одним говорит, ну да, блядь, на советских носителях еще летаем. Еще с Украины, когда были движки, блядь, еще чаще летали, а сейчас блядь, накрылось медным тазом, как ну, и все, блядь. А как и Лады Калины без подъемников, без АБС, блядь, и без тормозов нормальных, без так. Подушек безопасности. А вот а литовская... это, блядь, российский автомобиль. И буханка, блядь, которая выпускается с 50-х годов. Вот а ваш КамАЗ? Автопром, блядь. А КамАЗ? А так Волга? И все остальное, блядь. А наш автопром а это BMW, а Volkswagen, Mercedes и все а остальное Аурус? По списку. А ваш, блядь, автопром это говно, блядь, из говна и палок. Ну, путинская Россия. Блядь. Все, как вы любите. Блядь. И вот эта духовка, блядь, 60-х, 70-х годов, которая стоит, вот ваш уровень, блядь, развития, и это блядь, раковина, блядь. Черная. Вот это все блядь, ваше исконно русское. Блядь. Говно и палки. Блядь. А так вы что... живете в каком доме? Сходи-ка ты. Советском? А я живу блядь, как нормальный человек. В кухне 48 доме. Квадратов. С нормальной советском? Техникой, с нормальной мебелью. Блядь, с нормальными доме. Холодильниками и все остальное. Это советский и нечего дом? Сравнивать с тебя нищебродом, блядь, как я живу. Блядь. Ты нищеброд. Почему? Просто. Кто вам сказал, что я нищеброд? И что? И что? И что? И что? Купил, да, купи, это твоя купи, кухня. Нет, а я нищий, ну, купил. Хромакей, нищий хромакей купил. Сними, блядь, и увижу а хрущевку, тот, блядь. А тот хромакей сними, а, блядь, урод. А что, не надо было снимать хромакей, этот надо было? Да, так вы в советском да, доме блядь, живете? Блядь, в советском живете доме, да, в советском? Да, да, в советском жил, когда в Советском Союзе был, а сейчас дом купил, блядь, нормальный, потому что зарплата позволяет. Позволяет зарплата? В Литве? О, так, а какая я, экономика в Литве? Сам путинским. Это была комбинированная атака из 150... Все, выключил звук или что? Что ты будешь смотреть телевизор, сидеть? А поговорить, ну там, допустим, как-то что-то обсудить, есть какие-то варианты? Ракет Ха-101, Ха-555. Ха-555. Ты не интересен мне. Не интересен? Я лучше новости посмотрю. Почему не интересен? Три управляемые авиационные ракеты Ха-59. Я что, вам не интересен? Я же интересен. Я же лучше, чем... Я же интересен. Российского террориста Украина использовала зенитно-ракетное подразделение воздушных сил и сухопутных войск, мобильные огневые группы, а также все возможные средства... Я тоже посмотрю что-нибудь, ладно, вы не против? Ну что, дед, все, ты победил? ...поселка Ровеньки. На борту было 4 человека. Слабый дед, слабый. Тренируйся. Тренируйся на кошках. Слабенький дед. Потому что зарплата позволяет. Зарплата позволяет, а наушники нормально купить не можешь. Падают с башки. Видимо, уже с это, 70-х годов наушники уже с башки сваливаются. Коммунист. Я коммунист. Ні, це була пиздецька. Ёпту, а ти ж ремонти коли в хаті робив? Я. Ну, ще при Совєтській імперії.
Да пиздец, а ты знаешь, что такое Советская империя? Ты себе окуляри за 10 долларов чи за 5 купив, а, сука, ремонти... Дивихи в тебе срач в хаті. 15 баксов, да. Вікна такі дерев'яні, знаєш, такі старі. Чого посмотри? Куда? Я его видео давай снимем. Давай видео снимем. Скажи, Путин... Путин красавчик. Не, Путин красавчик. Снял видео? Снимай видео! Снимай видео! Давай видео снимем. Давай видео снимем. Скажи, что Путин... Давай видео снимем. Да, я снял видео. Снял видео? Все, выкладывай. Как русские живут? Как русские живут? Окуляри дешевле в тебе за 10 Так, неинтересно, просрался. Ну, яка в тебе фирма очків, скажи, как фирма очків? Называется Родина. Родина? Где вона изготавливается? В Ставропольском крае. Ну, покажи оправочку, там пише Родина. Ну, сними. Че это у меня на чехле написано. Да, ну, покажи чехол. Чехол в другой комнате. Ну, то пиди принеси. Ты видишь, какая у меня квартира? Мне до комнаты автобус надо ждать. А какая квартира, сука, автобус надо ждать, чтобы в соседнюю комнату уехать, ты угораешь. Я через 20 минут только вернусь. Это фотошоп обои, давай ты. Через 20 минут я только вернусь. Я бачу, что это фотошоп обои. Там даже. А до этого ты бачил, что было? До этого что ты бачил? А до этого А до этого ты бачил, да. А до этого не бачил. А це гамно. А сейчас бачу, то не бачу, а то бачил. Тому что это зараз на. Ты, короче, лох. А то что? Нищеброд. Не, лох ты, покажи, ты же лоханулся. Покажи фотки. Видео снял? Покажи, да, покажи фотку от окуляру. Гамно. Вот. Я ему звук выключу, хай сам до себя поговорит. На тебе сигарету и рот. Победитель по жизни. Звук выключил. Нищеброд. Победитель. Давай. Победитель. Ты как расстроился, что я уже... Жопа горит. Поклав фото обои, типа, думаю, я такие крутые, бо у меня гамно в хате. Но я, сука, зараз фото обои... Как его задело, это жесть. А сам, короче, нищеброд, реально. Как же его задело, это же. Интернетный херой. Херой интернета. Ты расстроился, Балой. А зубы я? Ну, покажу зубы. Ты куда, что я ему звук выключу? Ну, ты расстроился или что? На тебе сигарету, на, сука, сосны. Все малое. Сосны. Да сколько аку, алло. Пятиалькуй. Сигарету, говорит, на, покури. Хай сам с собой поговорит. А тут есть, да? Кис жирный даже. Смотри. На. На, держи.